я этот посидел прям нормально, долго подумал, а там туалет смежный, и женский, и мужской. В итоге я спокойно оделся такой, напялил куртку, открываю дверь, и тут женщина сразу за мной заходит ко мне в кабинку. И вот она уже зашла наполовину, и я вспоминаю, что я забыл смыть. И я ее, короче, просто вытаскиваю из толчка и говорю: стойте, я кое-что забыл. И я начинаю смывать, постоял где-то секунд 20, выхожу, она стоит все еще. И я ей говорю: ну я же не мог так вас пустить. Слушай, а если я тебя без маски выложу, ничего? Ничего.